Дорогие друзья, 3 часа, и началась наша неделя зарубежной литературы, очередная, которую мы проводим в марте, встречаем весну, и послезавтра обсудим, как повлияли тексты на современных авторов, а в четверг, в завершающий день нашей недели, поставим ребром шекспировский вопрос. Вот. Дело в том, что мы... Уникальность конкурса в том, что поначалу он задумывался только для студентов вузов, студентов ФАМГУ нашего университета. Ну вот у нас команда из школы, из Грибской, тоже выставила своих участников. Здесь школьники и девятиклассники, и десятиклассники, и 11 класс. Вот мы были очень удивлены, потому что все-таки программа вузовская предполагает глубокое погружение в Шекспира.